минут третий уже подъезжаю к Воронина. Так, подрезали кого-то и... На месте 252. И убегают. Какой адрес там 252? Ну, Спартака Московского, АТП вот этот, третий, по-моему. Сейчас будут гонять тех, кто подрезал. Три мужчины, одна девушка.
девушка? Третьего не было или он задержан? Микояна Богдана Завлады. Я принял. Так, смотрите, было два человека, два. По третьему отбой, не было третьего. Было два человека. Первый, 175, это рост, светлый волос, темный, бритый. Темная курточка у него. Второй, цыганской национальности, где-то 1,85 м, может выше. Куртка темная, спортивная. 102 принял. Цыганской национальности, он не хромой был там, не на костыле, не с костылем. Не, про костыль ничего не говорили. А кто за человека с костылем говорил, 252 говорит? 803 говорил. 803, ну, женщина поясняет, что он прихрамывал, но костыля у него не было. Стоит такой интересный. Бежали там, цыган, похоже, на цыгана стоит с костылем, цветы, девушка и еще один парень. Парус, не принимаю вас. Наберу. Кто эти люди, как зовут, где живут? Вот сейчас говорит, что даже не знакомые, но люди поясняют, что перед этим она говорила, что это ее там лицожитель, это светловолосый. Гранда нахожусь. Опять один тоже. Зайдите туда, спросите.